вообще не хочу. Николь, в какую школу по художественной гимнастике ты пошла? Я пошла. Та-да-да-дам, барабанная дробь. Вы на канале Мисс Николь, и сегодня долгожданное видео «Вопрос-ответ». И я отвечу на все вопросы, которые вы задавали мне. Николь, первый и самый главный вопрос. Николь, ты правда переехала в город Киев? Да, конечно, это город Киев. Это город Киев. Мы находимся в парке в Киеве возле нашего дома. Николь, второй вопрос такой. Почему на твой день рождения были приглашены только блогеры? Внимание, ответ. И? Потому что я только недавно в Киеве, и у меня нету прям близких друзей. Близких друзей, подруг нету. У нас так получилось, что сразу же на следующий день нас пригласили погулять блогеры. Познакомились. Лиза Найс и Ред Кэт. Да, мы познакомились, погуляли. И решили, что день рождения у нас будет только блогеры. У нас еще была Пупси Кира, любимая наша. Наша Маша приехали из Одессы к нам. Да, вот так и получилось, что были только блогеры, с которыми мы познакомились на видео «Жаре», да, My Little Настя. Потом мы познакомились с Лизой Найс и Ред Кэт. Наша Маша на среде. В общем, вы все видели. Считаю следующий вопрос. Николь, кроме гимнастики, будешь ли ты еще заниматься каким-то спортом? Да, я недавно решила, что я хочу пойти на хип-хоп. А где я буду заниматься? Вы сейчас все узнаете. На свою первую тренировку. Ну что, заходим, посмотрим, как там. Вы будете свидетелями нашей первой в жизни тренировки по хип-хопу. Ну вот я и переоделась. Мне дали фишку, я ее отдам в начале тренировки. Да, нам дали фишечку, а Николя будет отдавать в начале тренировки тренеру, да, по хип-хопу. Николь, пошли покажешь свой зал, да? Потому что здесь все изменилось с тех пор, как мы здесь были, снимали все реалити. Смотрите, как здесь все красиво. Здесь у нас кафе. Вот здесь арт. Сегодня ты будешь... Первая тренировка у тебя будет. А здесь ты снималась с реалити, да? И здесь ты с собачкой заходила. Все помнят. Кто помнит, ставим лайк. Скорей. Мы пришли, вот мы теперь в этой группе. Инна, привет, у тебя еще один новенький. Привет. Познакомься, это Николь. Меня зовут Николь. Очень приятно. Готова танцевать? Да. Хорошо. У тебя прикольное шоу. Классное видео. Ты видела, сколько деток хотят научиться танцевать? Очень много. Как тебе первая тренировка? Супер. Чему ты даже научилась, да? Толя еще будет. Молодец. Егорушечка, я тебя поздравляю с твоей первой тренировкой. Теперь ты будешь ходить сюда 3 раза в неделю, да? Все? Да. Ответ на вопрос получен? Да. Едем дальше? Поехали. А еще я буду заниматься плаванием, но это чуть позже. Следите за событиями и подписывайтесь на Инстаграм. Там будет первые самые новости. Следующий вопрос очень-очень неприятный для тебя. Почему вы не пригласили Тутси на ваш день рождения? Что за вопросы? Вы видели их клип «Истеричка»? Несмотря на милое личко, я истеричка, я истеричка. Я вообще лишь не хочу. Да, мы вообще-то слышать об этом не хотим и не хотим больше разговаривать на эту тему. Тусишек. Нам очень понравился клип. У нас, представляете, идея пришла одновременно и у них, и у нас. И прям на одно и то же слово истеричка. Поэтому, конечно же, мы пригласили тусишек. Да, но они заболели. Заболели, не приехали. Но вот что, Николь, они тебе прислали послание. Смотрим? Да.
Дорогая наша любимая Николь, мы хотим тебя поздравить с твоим днем, и нам очень жаль, что мы не смогли приехать к тебе на праздник. Но мы тебя очень сильно любим, ты наша любимая малышка, любимая блондиночка. Продвигайся дальше в ютубной сфере и держи своей любимой и модной, и стильной, молодежной мамой. Она тебя самая лучшая. Жди нас в гости скоро, любим тебя сильно! А теперь самый долгожданный вопрос, вернее, самый долгожданный ответ, который задают тебе подписчики. Сейчас эти вопросы вылетят прямо на экран. Много. Очень много. Николь, по порядку, эти вопросы будут связаны с художественной гимнастикой. Николь, а как же художественная гимнастика? Ты вернешься на нее? Я уже вернулась и уже тренируюсь. Даже сейчас иду на тренировку. Сейчас, прям в этот момент мы идем на тренировку. Перед этим мы снимаем для вас видосик. Да. Еще один вопрос по поводу гимнастики. Сейчас это прям партия вопросов. Николь, в какую школу по художественной гимнастике ты пошла? Барабанная дробь. Я пошла в школу Дерюгиной. Да, мы пошли в школу Дерюгиной. Как оказалось, очень удобно. Эта школа находится прямо с нашим домом. И нам очень удобно ходить как туда 5 минуточек, да. И сегодня у нас, кстати, занятия со скакалкой и с мячом. С мячом, да? Да. А давай-ка расскажем, что получилось, когда ты пришла, что тебе сказали про твою скакалку и про твой обруч? Что они очень маленькие на меня. Поэтому, Николь, давай-ка я отправлюсь вместе с тобой в магазин гимнастический, и мы вместе с подписчиками выберем сейчас твои новые предметы для художественной гимнастики. Ура! Отправляемся! Поехали! Так как мой новый тренер сказал, что уже обруч и скакалка на меня очень маленькие, я подросла за лето, мы пришли покупать мне новый обруч и скакалку. Пошли не выбирать. Зря тренер сказал, что они маленькие. А Николь рада, что... Я не очень рада, что ты все выросла. А ты рада. Пошли скорее выбирать новый обруч и новая скакалка. Хочешь ярко или Я не знаю, что хочу. Здесь все хочешь? Ну давай определимся по цвету, а потом будем определяться по фирме. По фирме. Определилась с кислотным цветом. И мы будем брать вот такой вот, наверное, сосаки кислотный цвет. А теперь обруч, Николь. Обруч берем? Да. Вот это мой цвет. А это следующий? Это 80. А ну-ка попробуй. Мне кажется... Это будет на выбор. Ну да, это чуть-чуть поменьше. Николь, как ты думаешь, какой ты возьмешь? Побольше или поменьше? Мне кажется, побольше. Побольше. Мне тоже кажется, что твой уже... Маленький. Вот, потому что тренер тебе как сказала? Покуда надо брать? По косточку. По косточку? Это чуть-чуть выше, а это чуть-чуть меньше. Мне кажется, нужно брать. Ну, конечно, выше, точно не меньше. А теперь приступаем к выбору чего? Выбору каких-то. Николь, ну давай уже отталкиваться от того, что у тебя кислотная скакалка. Значит, тебе надо под голубой твой комбинезончик, голубую, да, синюю. Вот такую у тебя когда-то она была на безумно красивой. Мне она очень нравится. Да? Да. Берем мне такую? Кажется, нет, ты можешь еще выбрать, смотри, еще вот разные нравится. Есть. А вот, да. Еще будет тоже. Мам, мне вот это нравится. Вот это? Но она как бы, я не сказала бы, что она синяя. Вот это чуть-чуть синим есть. Вот это даже с розовинкой какой-то, да? А это тоже зелененький, в принципе, синий-зеленый. Николь, определяйся. Я хочу вот такой, Николь. Это он тоже кислотный, Николь, зеленый. Ты в зеленый будешь. Самый сложный выбор у Николь оказался в выборе именно обмотки. Посмотрите, я говорю, что надо брать я серебро, потому что кто помнит синенький наш купальник, может подойти такое, или вот такое. Оно уже было. Оно уже было, Николь не хочет повторяться. Поэтому мы выбираем серебро и не знаем, добавлять нам что-то или нет. Николь, решайся. Ну, у тебя будет красиво, синий комбез и серебряный такой. Я один цвет. Один? Все, да. Берем. Новый обруч. Николь, новый обруч, новая скакалка и новая обмотка. Николь, я тебя поздравляю. Николь, ну что, может еще какие-то парочку вопросов? Не, на все главные вопросы я уже ответила. Да, мы ответили на все главные вопросы, самые-самые главные. А на остальные вопросики мы поотвечаем мы с удовольствием. Мы поотвечаем в комментариях в Инстаграме. Обязательно. Так что задавайте все вопросы в комментариях в Инстаграме. И да? Подписывайтесь на мой Инстаграм. А всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Мисс Николь, на наши Инстаграмы. А всем пока-пока. Я очень вас сильно люблю. Очень любим. Целуем. И идем на тренировочку. Пока.